Не самый заметный, но очень значимый конкурс для Ивановской области. В среду наградили участников регионального этапа конкурса реализованных проектов энергосбережения. Свои работы представили 11 организаций. В числе победителей есть одна больница, управляющая компания и даже администрация города Тейково. Отмечен и Ивановский центр энергосбережения. Их портал признан лучшим информационным ресурсом региона в области экономии энергозатрат. На данном портале вы можете найти все новости по энергосбережению, что происходит у нас и в городе, и во всех муниципалитетах Ивановской области, во всех 27 муниципалитетах. В том числе можете найти некоторые методики по проведению некоторых работ, начиная там от энергетического обследования, заканчивая многими-многими другими, которые важны как и для населения, как для каждого жителя, так и для муниципалитета, для каждого предприятия. Ну и множество методических рекомендаций, которые помогут также всем в проведении некоторых работ.